самого утра Каспийск с размахом отмечает праздник любви и верности – День семьи. В честь этого события муниципалитет проводит различные акции, концерты, мероприятия и многое другое. Так, на территории детской художественной школы города прошла выставка, приуроченная семейным ценностям. В ней было представлено порядка 13 работ, которые были выполнены самыми талантливыми учениками учреждения. Смотря на картины, можно заметить, что юные художники отразили важность семьи через традиции и культуру Дагестана. На примере своих семей дети показали, как устроен быт и взаимоотношения на территории республики. Они вложили весь свой потенциал и трепет в эти работы, чтобы полностью донести всю теплоту своей семьи. Тем самым показали важность сохранения семейных ценностей и взаимоотношений между ее членами. Проходить выставка будет 2 дня с 8 по 9 июля.